Не жена, значит. Сам-то подержанный. Вторсырье, а туда же. А вас всех, мужиков командировочных, перевешать надо. Все вы шастаете, шастаете по городам. Жизнь нам портите. А? Через окно смотрю. Галя, подруга, значит, бежит ко мне, бежит. Прям-то летит, как птица, ворона летит. Ага, из порога мне, значит, Катя, Катя, скорее, я тебе скалку принесла, скорее, давай. Хорошая скалка, хорошая. Это, говорят, в Америке с ней в бейсбол играют, давай. Беги, беги в сберкассу. Ну, там от твой Коля, милиционер, понимаешь? С этой водой, с кассиршей. Ну, у них уже полная хрю-хрю. Я говорю, Галя, что, не поняла я? Какой хрю-хрю? Какой хрю-хрю? Они что там, сало едят, что ли, вместе? Ну, не поняла ее намек насчет хрю-хрю. Она мне говорит, да ты что? Ну, я же тебе русским языком хрюкаю. Кассирша белобрысая, за сберкассой, с мужем твоим Колей, милиционером. Ну, что ты, Катя? Ну, уже все про то знают, кроме тебя. Я же всех с утра бежала, всем рассказала. Ну, я же подруга твоя, я же за тебя там переживаю. Я вот прямо села, вот, не ей-богу, вот, сижу, вот, как хантели причесанные. И думаю, верить, не верить. Ну, что, Галя-то она подруга такая, знаешь, правдивая. Ага, ее Галю за ее правду бабы в день раз по пять бьют. А дело-то серьезное. Ой, да не, Галя, брехня-то все, брехня. Ну не может он мне, это, Коля, такую измену чинить. Ну не может, понимаешь? Ну между нами. Это он только днем такой борец. Ну только между нами. Вот ночью он шахматист, понимаешь? Ага, один ход делает на праздник. Она говорит, Катя, ну что ты, маленькая, что ли, девочка, ну? Они все мужья с женами и шахматисты. А как с другими? Да я тебе точно говорю, ну, уведет она у тебя твоего мужа, уведет. Это я тебе как подруга говорю, понимаешь? Ну ты ж супротив нее, да, пфу. Как выдра против бегемота. В тебе же, Катя, ну ничего выдающегося нет. Ну ничего, ну да ни спереди, ни сзади. Тебя ж как ни крути, а все время на спину натыкаешься. А кассирша, то у нее грудь, о, 1,80 м. Каждая. Запорожцы на улице останавливаются, въехать хотят. Ну, ты помнишь, в прошлом годе этот с Волги пароход возле сберкассы выплыл? Почему? Потому что этот капитан на ту кассиршу в бинокль засмотрелся. Я ее слушаю, говорю, точно, Галя, точно. Прямо вот ты сволочь, а не баба. А про себя думаю, ой. Ну вот мне бы, ну, господи, ну хоть половину такую фигуру иметь, ну. Ну, чтобы хоть разочек было чем вильнуть на перекрестке, чтоб светофоры косели. Галя же наропит, давай, Катя, давай, ну не томи, давай. Беги к сберкассе, уже все собрались. Хотят все на ваш с кассиршею рестлинг посмотреть. Уже скамеек натащили. Ставки делают. Впереди начальство сидит, семечки щелкает. Ну давай, давай, давай. Я говорю, да не могу, я просто так, давай. Я же не прокурор. Мне подумать надо, разобраться. А вдруг ты что сама перепутала, Галя? Она говорит, ты вспомни. Какие твой Коля носки носит? Зеленые? Я говорю, ну. Она говорит, откуда они у него такие зеленые? Я говорю, так от времени. Она говорит, от кассирши. Я сама краем глаза слышала в сберкассе, как та кассирша возле валютного отдела договаривалась с каким-то хмырем носатым.
деньги ему совала. И раз 10 ему сказала, не перепутай зеленые. А, смекаешь? Это она для Коли твоего хочет подарок интимный сделать на 8 марта. Ну давай, Катя, беги, беги в сберкассу. Пощипи ей перья крашеные. Я как рванула, бегу по улице, ору голосом Витаса. И впереди смотрю, фуражка форменная. Точно. Точно мой Коля по тому же адресу чешет. И так мне обидно стало. Так мне обидно стало, что догнала я его скалкою. Хорошо догнала. Прямо у него ж фуражка опухла. Он говорит, ты что, совсем с ума сбрендила, что? Я на задание иду, на задержание. Как я теперь с такой фуражкой пойду? А я ему говорю, ну-ка показывай носки. Он задрал брюки. А что там? Нормальные носки. Один синий, другой красный. Ой, как мне сразу легко стало. Разрумянилась вся. Прямо как курица в микроволновке. А вечером мы еще и с Колею помирились 3 раза. И так мне хорошо стало. Ой. Что вот подумала. Пойду-ка я до Гали схожу. Скалку ей верну. Чтобы и подруге тоже хорошо стало.